Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале «Двойная порция». И сегодня мы с вами проверим компанию, которая производила бытовую химию для аэрокосмической промышленности и авиационной. Средство подходит для удаления жира, нагара, копоти и пригоревших остатков пищи с кастрюль, сковородок и фритюрниц. «Мастер-шеф» содержит активные чистящие вещества, которые эффективно удаляют застарелые и въевшиеся загрязнения. Средство без едкого резкого запаха. Пенный триггер образует стойкую пену, что позволяет эффективно очистить от жира вертикальные поверхности кухонной фартуки и вытяжки. А приобрести вы его можете по ссылочке в описании, по приемлемой для вас цене. Для начала мы немножко встряхнем наше средство. И сегодня мы с вами попробуем почистить вот это стекло от духового шкафа. Оно полностью засалено вот такими каплями. Здесь нагар и жир, посмотрите, здесь даже видно, где вот стекло прилегало к духовке. Здесь все желтое и грязное. Посмотрите. Обычными моющими средствами мы будем тереть это довольно-таки долго. Средство пенное, это довольно-таки хорошо, потому что оно гораздо лучше остается на поверхности, исчищает все загрязнения гораздо быстрее. Посмотрите, сразу моментально пошла грязная желтая пена. Средство моментально начало действовать. Мало того, средство еще и биоразлагаемое. И никакого вреда окружающей среде, человеку, водоемам и природе не наносит. И вот в таком положении мы с вами оставим все это. А теперь мы с вами передвигаемся к нашим личным сковородкам. Все, давайте наносим. Средство совсем не имеет запаха. Это большой плюс. Прошла буквально минута. Смотрите. Без каких-либо усилий. Смотрите. Обалденно, да? Космическая промышленность нас не подвела. И хочу вам показать один немаловажный лайфхак в чистке сковородок. Что нужно сделать? Необходимо положить вот такую салфетку. Для чего это нужно? Для того, чтобы средство как можно дольше находилось на поверхности, которую вы хотите очистить, да? То есть вот так вот вы все забрызгали, и средство гораздо дольше стекает с ней. Ждем буквально небольшое время и попробуем все это почистить. 2 минуты, ни больше, ни меньше. Давайте пробовать. Смотрите. Не буду тереть даже жесткой губкой, просто хочу посмотреть, насколько эффективно все это разъело, растворило. Я уже сейчас вижу, не смывая окончательно, что все загрязнения абсолютно отмылись просто моментально. Ну вот, дорогие друзья, что у нас получилось, давайте с вами посмотрим. Смотрите. Я вас вижу замечательно, а вы меня. Не зря это средство все нахваливают. Результат поразительный, я бы сказал. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Открываем нашу тряпочку. Протираем. Сначала можно протереть, посмотреть, что там внутри получилось. Но я думаю, вам сразу видно, что здесь просто алмазная чистота. Все блестит, нержавейка выглядит, как будто ее взяли только с магазина. Просто сковородка не то чтобы как новая, она стала новой просто. Идеально. Тефлоновое покрытие нигде не повредилось. Все хорошо. Вот такой вот результат на одной сковородке. И давайте посмотрим сковородку, на которой лежала тряпочка. Абсолютно идентичный результат. Все чистенькое, беленькое, никаких загрязнений вообще нет. Средство Ant Sip EcoHim замечательно справилось со всеми поставленными задачами. Очистило жир с духового шкафа. Отмыло обе сковородки. Я думаю, спокойно очистило бы и сам духовой шкаф. Средство гарантированно работает, всем могу его порекомендовать. А приобрести вы это средство можете в интернет-магазине по ссылочке в описании со скидкой по моему промокоду. Также вы там можете ознакомиться с другой линейкой средств, которые представляет компания Sip EcoHim. Средство действенно и работает довольно быстро. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Увидимся в следующих выпусках, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит твой бюджет. Пока!